Всем привет, дорогие друзья! С вами сегодня Светлана Гаспарович и добро пожаловать на мой канал Дом Творчества. В прошлом уроке мы шили с вами сумку из джинса, а в этом мастер-классе я вам покажу, как обработать подкладку и соединить ее с нашей сумкой. Смотрим дальше! Теперь время приступить к пошиву нашей подкладки. На одной из части подкладки я сделаю кармашек, накладной кармашек. Будет он длиной у меня 24,5 сантиметра на 13 сантиметров. Это уже готовый вариант. И еще будет отдельный отдельчик, то есть мы просто ее настрочим, да? А вот по такой системе, по такой выкройке мы уже делали с вами косметичку, поэтому. Кстати, если вам интересно, как сделать косметичку своими руками, переходите по ссылке. Я вам оставлю в подсказочках, сейчас вы ее увидите. И здесь подкладка делается по такому же принципу. Посмотрите тот мастер-класс. Наметили с вами карман. Вы тоже наметьте. Значит, здесь у меня от верхнего среза до начала кармана 10 сантиметров я расположила. Ну, а по краям 9 сантиметров отступила с этой стороны и 9 сантиметров с этой стороны. Теперь нам нужно взять подкладку. Берем еще одну подкладку и выкраиваем. Значит, берем 24,5 сантиметра, как у меня получается. Прибавляем 1,5 сантиметра на припуск. Будет 26 сантиметров. И прибавьте еще 2 сантиметра, мы здесь делаем такие складочки, то есть чтобы наш карманчик был объемный. Вот такой маленький для всяких мелочей. То есть в сумме получается у нас 28 сантиметров, а здесь у нас будет 13 плюс 2 сантиметра, 15 сантиметров. 28 на 15. Отмеряем и выкраиваем. Открыли нашу подкладочку для кармана 28 на 15 сантиметров. Теперь что нам нужно сделать? Теперь нам нужно обработать верхний срез. То есть мы его обрабатываем швом в подгибку. Вот. И прокладываем строчку. Здесь нам нужно сделать такие защипчики. Все, теперь мы берем и настрачиваем его. Настрачиваем отделочной строчкой шириной шва 0,1 миллиметр. Теперь нам нужно в том месте, где мы намечали линию, нам нужно проложить строчку. И опять делаю закрепки в начале и в конце. Наш карманчик готов. Теперь нам нужно дальше работать с подкладкой. Значит, берем нашу подкладку, складываем лицом к лицу, уравниваем срезы и стачиваем. А в одном месте мы оставляем отверстие для того, чтобы мы могли вывернуть дальше нашу сумку. Стачали, отверстие оставили, теперь переходим к нашим уголочкам. Берем их, складываем таким вот образом. Середина нашего донышка, вот она середина нашего донышка, мы совмещаем, так,
совмещаем с нашим боковым швом. Совместили. Отлично. И теперь соединяем. Уголочки мы сделали. Складка наша почти готова. Дальше нам нужна молния. Хочу сказать, если вы хотите, чтобы ваша сумка закрывалась на молнии, смотрим дальше, делаем вместе со мной. Если нет, то тогда просто берете сразу и пришиваете подкладку. Каким образом? Вставляете сумку в подкладку. И пришиваете. Ну а мы будем делать молнию. Берем молнию от сгиба до сгиба, промеряем нашу молнию. Значит, берем вот так вот, я примерно прикладываю. Вот получается наша длина молнии вот такая. Так, сделали наметочку и теперь отступаем от края, то есть здесь мы можем молнию обрезать, но потом это сделаем. И отступаем от края где-то примерно 1,5 сантиметра от одного и 1,5 сантиметра до другого. И ставим наметочки. Это у нас метка, до которой мы будем вшивать нашу молнию. И теперь берем нашу подкладку. Сумку мы пока можем отложить, то есть мы будем не так, как привычно для вас, да, пришивается молния сначала к изделию, а потом уже подкладка. Нет, мы будем чуть по-другому. Складываем ее, значит, вот видите, вот насечка наша, они будут совпадать. Но, опять же повторюсь, пришивать мы молнию будем до этой насечки. Так, и теперь берем, складываем, укладываем нашу молнию. Таким образом, вот лицевая сторона подкладки и вот этой вот изнаночной стороной молнии складываем к лицу и закалываем булавками. Значит, таким образом, чтобы наша подкладочка чуть-чуть выступала. И также поступаем со второй стороной нашей подкладки. Можно расстегнуть, она у меня разъемная, мне так будет удобнее. И не забываем, что мы ее совмещаем, значит, изнанка и лицо подкладки. И вот наша первая насечка, она совпадает с боковым швом. Все, теперь мы можем пришивать. Когда будете пришивать, сильно близко к молнии не берите. То есть, ну вот, примерно на таком уровне. Прокладываем строчку. Вы потом поймете, почему так. Соединили. Следующее, что мы будем делать, вставляем нашу подкладку, смотрим, где наши боковые швы, и, естественно, боковой шов на подкладке тоже должен совпадать. Вот эти хвостики, что у нас остались, отгибаем туда вовнутрь, прячем. Потом я покажу, что с ними делать. И берем вот эту молнию, она у нас будет, видите, вот так вот чуть выступать. Мы будем пришивать молнию уже с подкладкой к нашей сумке. И закалываем булавками. Еще раз проверяем, чтобы у нас совпадали боковые швы. Здесь будет, конечно, утолщение. Так что смотрите, проходите очень аккуратно. Скорость сделайте на машинке помедленней. И вообще, если иголка не тонкая, то прошьете без проблем. Так, ну и здесь сгиб совмещаем с боковым. Отгибаем хвостик наш, вот этот, прячем его туда. Здесь необычный такой вариант обработки верхнего среза сумки. Но по-другому здесь не сделаешь.
Поэтому будем делать так. И когда все соединили, теперь нам нужно точно попасть вот в эту строчку и сразу соединять молнию. Так, ну вот так у нас получилось. Строчка почти незаметна, да? Вот наша молния. Будет она закрываться. Вы можете, конечно, этот хвостик оставить так, если вам нравится, но я бы его спрятала. Берем наши вот эти хвостики, что остались, и выворачиваем сумку. Просто возьмем сейчас их, возьмем их, пришьем к сумке вручную, а лишнее отрежем. Со второй стороны делаем то же самое. Наши хвостики нас не побеспокоят. Вот наша молния получается. Отлично. Так, и что у нас еще осталось? Последнее, самое, что мы должны сделать, это закрыть вот это вот отверстие. Значит, как оно закрывается? Просто прокладывается строчка на 0,1. Закрепим ее. Все, и прокладываем строчку. Наша сумка готова. Получилась просто замечательная. Мне она очень нравится. Я ее немного украсила, как вы уже видите. Сделала такие цветочки. Кстати, если вы тоже хотите делать такое украшение для своей сумки, обязательно зайдите на мастер-класс, в котором я делала браслетик. Именно в том мастер-классе я показывала, как делать такие цветочки. Ну и, конечно же, яркая пуговица присутствует на нашей сумке. Сумочка мне очень нравится, получилась на самом деле очень красиво и интересно. Надеюсь, вы тоже делаете вместе со мной данный мастер-класс, и вы тоже станете счастливчик, обладательница такой красивой сумки. Скоро начнут все ахать и интересоваться, где ты взяла такую модную сумку, когда вы ее возьмете с собой и пойдете гулять по улице. С вами была Светлана Гаспарович. Смотрите другие мастер-классы, обучайтесь, творите, делайте красивые вещи своими руками. И пускай весь мир завидует, глядя на ваши красивые работы, которые вы сделали своими руками. Всем прекрасного настроения, творческого вам успеха. Пока-пока!